В Узбекистане совершенствуются законодательные акты в области противодействия коррупции. Повышается правовая культура населения, принимаются эффективные меры по устранению проявления коррупции во всех сферах жизни государства и общества. Тему продолжит материал из Самаркандской области. Выявить и ликвидировать причины и условия для совершения коррупционных действий. Вопросы борьбы с коррупцией обсуждались на мероприятии, организованном военной прокуратурой и управлением безопасности дорожного движения Самаркандской области. Военнослужащих Центрального военного округа Министерства обороны проинформировали о факторах и склонности к коррупции в психологии человека, также способах борьбы с ней. Главной тактикой противодействия негативным явлениям является реализация соответствующего указа президента страны, предусматривающего меры по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан. В ходе дискуссии специалисты предоставили информацию о целях, видах и формах общественного контроля в борьбе с этим злом, а также об эффективной методике, используемой в мире. Эта проблема актуальна во всем мире. Мы должны полностью искоренить ее во всех проявлениях. В системе силовых и правоохранительных структур этим вопросам уделяется огромное внимание. Мы должны четко представлять и осознавать, к чему может привести бездействие и ее проявление в обществе и государстве. Необходимо противодействовать на системной основе. Быть, что говорится, во всеоружии. Усилить, активизировать борьбу и обеспечить строгое выполнение закона о неизбежности наказания. Важно, отмечалось на встрече. Ведомством продолжена работа по созданию открытости и прозрачности системы.